Одна из самых ядовитых змей в мире. Посмотрим. Гадюка. Она ведет ночной образ жизни очень активно после дождя, а в дневное время чаще всего греется на солнышке. Эти змеи невероятно быстры и достигают в длину 60-70 сантиметров. Но иногда встречаются редкие экземпляры, достигающие длины в 1 метр. Большинство из этих видов имеют яд, который вызывает симптомы, боль в месте укуса, который может длиться на протяжении от 2 до 4 недель. Рвота и отек лица происходят примерно в 1/3 всех случаев. Наблюдается резкое падение артериального давления и частоты сердечных сокращений. Смерть от сепсиса, дыхательная или сердечная недостаточность могут возникнуть от 1 дня до 2 недель после укуса или даже позже. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам было интересным. Но не забываем ставить лайки, подписываемся на наш канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Всем пока!